Так, тихо, я какие-то... Тихо, я какие-то звуки слышу. Подождите. Тихо, я кого-то слышу. Так, тихо. Это что? Это стоп, это... Подождите. Сейчас тихо подойдем. Так, это кто такой у нас там? Сейчас, подождите, я быстро подойду. Так, ага, вот. Он мне просил еще вот это сделать. Он какой-то красный краситель ему нужен. Так, отлично, все, красный краситель я нашел. Так, ладно, подождите. О, блин, снимаю? Ой, я два снимаю. Так, тихо, так. Ну, там... Где же этот Фрей, когда он нужен? Так, ладно, сейчас, подождите. Так, мне кажется, там кто-то уже пришел. Такое чувство, а может быть, он кого-то сюда завел, и я... Ну, ладно, надо посмотреть. Так, проследим осторожненько. Так, осторожненько. Ой, тут надо листву убрать. Блин, я еще в паутину замотался. Да что такое-то? Блин, в паутину попал. Ай, ладно. Фрай, ты где? Фрай. Так, тихо. Ты что, летаешь? Ты что, не знал? Стоп. Я прыгаю. Ты что, экспериментировал на том, что как бы, типа, как прыгать? Ну да, у меня еще есть скорость, подобное дыхание, гнездо. А, слушай, а там, я слышал, из домика твоего какие-то голоса, это кто? Это мой брат Нубик приехал. Пошли, он же... Ну ладно, пойдем посмотрим Нубика. Все, ты говорить. Ай, подожди. Здорово, Нубик. Здорово. Ой, смотри, я у тебя какой-то подземный ход нашел. Так кто? Давай, иди ко мне быстрее. Ладно, сейчас я иду. Не, все-таки какой-то странный этот Стив. Ну ладно. Привет. Так, привет. Ты кто такой? Ты Нубик, да? Да, я Нубик. Нубик. Эй, да, что? Рай. Да. Ай. Смотри, я тебе сейчас дам пакелат и кирочку, и ты будешь копать. Зачем? В шахте добывать всякие вещи. А в это время я тебе покажу кое-что интересное. Ну ладно. Слушай, ты меня просил розу найти. Вот я нашел. Куда ее должна посадить-то? Посади вот тут. Вот здесь вот? Да. Все. Это, что я хотел-то уже вроде вечереть, да? Может быть, в дом, а? Или... Слушай, у тебя есть костер? Ну, сейчас сделаем. Ладно. Попробуй разжиги. Ну, разожгу сейчас. Слушай, а у тебя есть такие очень много блоков? Ты же экспериментатель, да? У тебя должны такие блоки быть. Да. Слушай, а можно мне, пожалуйста, зажигалку и 10 таких блоков? Смысл? Я просто, мне охота поломать их получиться. Они такие говорят, это обсидиан очень трудно добывается. Ой, Нубик подожди, мне только что вот этот Нубик стоял. Странно. Ну ладно. Слушай, а Нубик-то, он кем тебе приходится? Брат. А, да, точно. Подожди, не ломай. Стоп, кстати, я хотела у тебя спросить, а как так получилось, что ты профессионал, а он нуб? Ну, я... Ну, так сказать. Я не могу это объяснить. Кстати, я... Смотри, там кто такой? Там меч летающий. Там летающий меч, он в дом зашел. Где? Не знаю, там летающий меч. Иди сюда. Сейчас я в него стрельну. А, тут забор появился. Где? Да вот. Да это мой Нубик, просто под невидимостью. А, ну блин, ты точно экспериментировал, да? Да, я всех экспериментирую. Короче, извините, ребята, я сейчас ломаюсь. Слушай, Нубик. Блин, уже вечер, я не очень хочу во тьме, потому что там обычно вампиры. Мне нужны обычные. Я проговорился. Ребята. Так, ребята, мне нужна обычная водичка, у вас что есть? Что ты проговорился? Ну ладно, я уже все равно, ладно. Послушай, Нубик, я тебе сейчас дам молочка. Ладно, сейчас. Закройте двери. Я не хочу, чтобы... И выгоните этих жителей. Я не хочу, чтобы никто об этом слышал. Никто. Убить? Ты что, людей будешь убивать? Да шучу. Нубик, ты где? Я здесь. Смотри, бери это молочко и выпей его, чтобы мы тебя видели. Ладно, но все-таки что-то мне не очень нравится дело. Не ты, а он. Да нет, я знаю. Бери. Просто как-то... Эй! И сколько вы здесь уже живете? Фух! Все нормально, все. И сколько вы здесь живете?
Нобик тебе все расскажет. Ладно. Ничего. Подождите, я сейчас кое-что построю, и потом вы выйдете и посмотрите. О, ладно, ну ладно, так, ладно, я поем, у меня еда была. А я, слушай, Нубик, я же что хотел спросить-то, а ты можешь эту жителю вернуть? Просто я не хочу никого говорить. Да, просто. И твой профессион... Ой, я как-то не очень хочу такую жидкую картину наблюдать. Я случайно отключил все свои способности. Тихо, давайте посмотрим, что он делает, пока он не знает жителя. Так. Тихо. Так, тихо. Так, он не видит. Тун, ты, блин, он меня спалит. Ладно, ладно, так, тихо. Осторожно, осторожно. Дверь закрываем. Все, Нубик, ты всех, да? Отсюда. Слушай, Нубик, иди сюда. Я лучше. Лучше? Ну ладно. Так, Нубик. Да, я здесь. Я что хотела сказать-то? А твой там брат скоро закончит эту, как, штуку-то непонятную? Я сам не знаю, я сам хочу. Спать хочешь? Ну ладно, спи. Ладно. Ладно, я пойду скажу тогда профессионалу, что он спать будет. Профессионал, Стив. Блин, слушай, ты меня напугал. Может быть, ты пока не будешь эти зелья применять, а то как-то мне очень не очень понимаешь. Ну, у кого есть опыт? Мне нужен опыт. Как? Профессионал. Ай, да ты что меня бьёшь? Ай. Ты меня что бьёшь? Я тебя не бил. Профессионал. Мне здесь Нубик. Опыт. Слушай, Нубик ушёлся спать, но сейчас куда-то побежал. Я буду лягу тогда спать. Хорошо, к утру я тебе кое-что покажу. Ну ладно, к утру ты кое-что мне покажешь. Слушай. Может быть, вы все в дом пойдете, я вам кое-что хотел рассказать. Подожди, мне нужно... Ну ладно. Ай, так, ладно. Я должен найти здесь... кого-то, чтобы убить. Паучок! Он же опыт дает, так что... Слушай, ой, как же мне здесь холодно. Ладно. Очень странно, Ни. Ну ладно, я лягу спать. Пацаны, я здесь. А, что-то взорвалось. Нубик, ты слышал это? Нет. У профессионала что? Ну ладно, может быть, мне проснилось. Ладно, я к нему схожу. Эй, профессионал. Что? У тебя такое чувство, как будто взорвалось что-то. Тебе послышалось. Нужен опыт. 6. А у меня только 1. Подожди, ладно. Тебе надо что? Слушай, я тебе... 6 опыта. У меня 5. Слушай, Нубик, я тебе сейчас дам все. Не нужен нам условий. Не нужен опыт. Так, тихо, давайте последим, пока там что-то профессионал Нубику готовит. Блин. Блин, как темно, надо будет зелье зрения выпить. Нубик, иди сюда. Хорошо, иду. Я тебе сейчас дам опыт, а за это... И так, тихо. Ты подождешь вот эту рамочку? Что? Откуда свет? Откуда тут свет? Это я поставила. Смотри, как я могу. У меня зажигалки нет, ну господи, ладно. Может быть, ты пока не будешь экспериментировать. Смотри, как я могу. Ладно, я пойду пока спать, потому что как-то... Посмотри, что на улице творится, сейчас начнёт. Ладно, сейчас я пока лягу поспать, и ладно. Посмотри. Ладно, сейчас я иду, подожди. Где же зажигалка? Вы пока там поджигаете. Стоп. А если дом подожгут, хотя нет. Нет, то есть не самое драгоценное то, что есть. Так, ну ладно. Какой зажигалка? Так, ладно, сейчас подождите. Что-то взорвалось. Так, быстро, что в сундуке? Может, тут что-то драгоценное? Так, нет, ничего не драгоценного. Что-то взорвалось. Я всерьез, что-то взорвалось. Так, сейчас я быстро возьму. Так, ладно, я думаю, он разрешит это взять. Так, Нубику, надо взять Нубику. Так, такое чувство, как будто Нубик закричал. Ладно, сейчас я быстро все возьму. Так, ладно, сейчас. Нубик, так. Рай. Что случилось? Что-то взорвалось, я слышал. Иди сюда к нам быстрее. Что случилось? Нубик, он там? Да, помощь. Нет, черт, Нубик был очень добрый, я сейчас ему помогу. Я железо нашел, ребята. Что случилось? Подождите меня тут.
Где я? Еще подождите, один. Подождите. Где я? Где я? Я нашел, смотрите, золотые доспехи. Нубик, иди сюда. Нубик, я сейчас иду, подожди. Нубик, подожди. Это называется... Хотите, я вам расскажу про эту постройку? Давай. Смотрите, что я что-то за, что-то за место такое. Смотрите, это постройка? Такое чувство, как будто это адская крепость. Она так и называется. Я скелетрона нашел. Нет, убивай. Нубик, стой. Фу, я... Слушайте, вы где все? Подожди, я не знаю, я упал. Чего я там нашел? Я в крепости. Подожди, Нубик, я иду к тебе. Нубик, я иду к тебе, подожди. Сейчас. Я бегу. А, тут страшно. Сейчас я, Нубик, иду, подожди. Я не вижу вас. Я нашел сундук. Я нашел сундук. Золото, очень много золота. Нубик, ты же любишь золото, да? Да, 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 да. Я люблю. Ладно, я тебе отдам. Подожди, сейчас. Меня бьют. Так, что? Так, я не понял. Что-то сзади.